Петенька, как он здесь оказался? Откуда у тебя мой сын? Судя по всему, вы и есть Галина, мать мальчика. А это Галина, а ты кто? Так, меня зовут Нелли Яковлева. Я понимаю, что это звучит безумно, но мне мальчика женщина в парке отдала. Как отдала? Вы с ума все посходили, что ли? Ну как сунула и в коляску мне, и ушла. Да что вы вообще меня кричите? Я с вами спокойно разговариваю. Нелли, давайте вы опишите нам женщину, которая отдала вам ребенка. Ну, она была невысокая. Такая, среднего роста, и ночью темно было, у нее еще капюшон был такой, и он накрывал всю голову. Вот, еще на ней была куртка синего цвета и джинсы. Нелли, скажите нам, при каких обстоятельствах к вам попал этот ребенок? Знаете, знала бы, что сегодня так будет, вообще без дома никуда не выходила. Ну, в общем, я 2-3 раза в неделю бегаю в парке. Пробежка у меня. Да. Вот. А тут такое. Ну, я решила отнести ребенка, но у телефона, как назло, батарейка села. Я думаю, дойду на магазин, на первый попавшийся, и попрошу полицию позвонить. Тут еще малыш плакал. Я пыталась его успокоить. И тут на меня налетел этот мужчина. Безумный. Он точно знал эту женщину, знал ее и искал, что мне мальчика подсунула. Но если она его жена, а у меня на руках был его ребенок, то как же он не узнал своего сына? Как?